Всем привет! Сегодня мы поговорим о трех командах, которых мне стали известны в игре H1Z1. Так что давайте рассмотрим их более подробнее. Итак, первую команду начнем, скорее всего, о том, например, если вы появились в игре, чтобы понять, где вы находитесь, для этого и существует такая команда, как /log, которая показывает, сейчас, секунду, которая показывает ваши координаты. Вот, по оси X, Y и Z. Перейдя по ссылке ниже на сайт, вы можете их ввести, и нажав на кнопочку Show Me, он покажет вас крестиком вашего персонажа, где вы находитесь. Так, зайдем на тот сайт. Ссылочка будет под видео. Вот, могу сразу предупредить, что сайт вот этот, он каждый там 2-3 дня, то есть улучшается. Раньше была кнопка здесь Show Me, теперь ее нету, для того чтобы теперь показать, где вы находитесь. Сперва выделяйте любую область и вводите координаты, которые у вас были. Вот у меня они минус 1519 на 2874. И вот он мне показывает, то есть я был здесь вот где-то примерно. То есть вот, в принципе, рабочая карта вам. Сейчас здесь вон появились новые какие-то фишки, раньше их не было. Так что смотрите. Вот, соответственно, вы сможете определиться, где вы находитесь, и что упростит в разы вашу игру. Вторая команда — это Respawn. Если вы появились очень далеко, вы можете ввести команду Respawn, нажать Enter, и вы умрете. После чего вы нажимаете кнопочку Respawn, ждем некоторое время, появляемся, жмем Log. И видите, как видите, мы уже совсем на других координатах. Третья команда — это вроде у нас Friend или еще какая-то. Friend. Третья команда у нас называется Friend. То есть вводите команду, здесь вам показывается. То есть вы можете добавить друга своего, также удалить его, ну и так далее. Всем спасибо за внимание, ставим лайки, подписываемся и удачи вам!